Конечно, аисты любят поймать и съесть большую лягушку или жирного суслика. Однако ученые допускают, что змей аисты любят ловить намного больше, потому что форма тела змеи, узкая и длинная, идеально соответствует строению клюва и пищевода, то есть шеи аистов, таким же узким и длинным. И уж наверняка аиста посещает ощущение вселенской гармонии, когда длинная змея удобно занимает место внутри длинной шеи аиста.